вас зовут? Спроси меня. Как вас зовут? Я тебе отвечаю. Меня зовут Ольга Франчук. Меня зовут Аня Ольга, меня зовут Ольга просто. Меня зовут Ольга Франчук, меня зовут Аня. Когда я вспоминаю себя совсем маленькой, мне очень важна была тема смерти. Я всегда думала, вот интересно, мы живем, мы учимся, потом мы еще учимся, потом мы выходим замуж, потом мы рожаем детей. Я никак не понимала, для чего нужно быть хорошим человеком, для чего нужно делать добро, для чего нужно учиться и вообще для чего все нужно, если мы в конечном итоге умираем, а ничего больше нет. И, насколько я помню, мне всегда хотелось помогать, но я никогда не могла понять, чем мне заниматься в этой жизни. И когда мне папа сказал, что я должна получить высшее образование, я пошла на физмат, потому что точные науки мне давались всегда легко. И я закончила университет по специальности физик-преподаватель. Что такое я? Ва. Да, я – это я. Тибетский монастырь – это большая школа. И мальчики начинают учиться с 5:30 утра и заканчивают в 9:30 вечера. То есть утром у них подготовка, потом перерыв на завтрак, потом у них идут уроки до обеда, в 12:00 обед и 2:00 перерыв, да, обеденный перерыв. После этого у них опять идут уроки до ужина, потом у них часовой перерыв на ужин, и после ужина у них идут дебаты на улице, и после этого еще 5:30 самоподготовки. То есть заканчивают они около 9:00 вечера, и тогда же сразу же гонг на сон, да. My name is Toshi, and I have been here for 13 years. Just my grandfather decided that one of our member of family should go to monastery, so he sent me. He is very happy. I told him that I will become teacher next year, and he was very happy. Буквально единицы мальчиков приходят из буддистских семей, которые действительно хотят быть монахами. И такие мальчики обычно, они не снимают свои обеты и не уходят потом из монастыря. В основном в Непале очень дорогое образование, и поэтому бедные родители или и неблагополучные семьи, или это деревни, где невозможно дать образование, а здесь не надо за образование платить очень большие деньги, многие родители просто отдают. И потом, если у них много детей, да, старшего сына нельзя становиться монахом, а вот остальные там могут становиться монахами, и тогда они их отдают в монастырь, потому что здесь хорошее питание, хорошее образование. I know Ani Olga since 7 years. I always wanted to learn math, and she is helping me in that, so I'm really grateful for that. I want to learn about artificial intelligence. У меня был опыт, когда я только что приехала еще в монастырь. Здесь были молодые монахи, которые, я понимаю, что не хотели держать дисциплину, которых выгнали из монастыря. То есть они устроивали здесь разборки, они там дрались между собой и так далее. Да? То есть это исключено, и их выставили из монастыря. Обычно мальчики снимают обеты и уходят сами. Очень жалко, потому что монастырь тратит огромные деньги на обучение монахов. Да? Учителя получают зарплату, их одевают, их кормят, им оплачивается жилье. Да? То есть они как бы здесь живут на всем готовом. И они учатся, они все время учатся, они получают достаточно уникальное образование. Но настоятель нашего монастыря, он сказал, что в принципе это тоже неплохо, потому что они становятся намного лучшими людьми, когда они уходят из монастыря. Да? Поэтому выходят люди, которые уже имеют какие-то очень благие качества, чему их научили в монастыре.
Мы сейчас с вами присутствовали на дебатах, и дебаты обычно очень нравятся, потому что они эмоциональные, и это получается какое-то шоу, да? У мальчиков есть отдельный урок по дебатам, и здесь они практикуют, и, в принципе, дебаты развивают логику. То есть вот те монахи, которые стояли и хлопали, они задавали вопросы. Тот, кто сидел, он должен отвечать на них. И задавая вопросы, они пытаются его поставить в такое положение, чтобы он ответил противоположно на один и тот же вопрос. Да? И тогда они говорят «ца-ца-ца», это значит, что они его поймали на несоответствии. То есть это чисто развитие логического ума, развитие логики. Линия буддизма Гелуг, они специализируются на дебатах. И практикующие, которые жили в Гелугпинском монастыре, они говорят, что во время дебатов даже были случаи, когда человек достигал просветления. Да? То есть это те глубокие дебаты, когда монахи действительно очень глубоко знают философию и все прочее. Поскольку у нас, вы видели, маленькие мальчики, да, начинают они вот с уроков, то, что они учат на уроках, да, и развивают логику вокруг этого вопроса. Уехать в монастырь, в горы Непала, жить в уединении, подальше от этой суеты, которую уже сил нет терпеть. Вот я уверен, такая идея приходила каждому из вас хотя бы раз в жизни. Понятно, что на такой радикальный шаг пойдут единицы из единиц, но сама идея-то прекрасна, если ее немножко адаптировать. Уезжать пару раз в год на несколько дней подальше от города, чтобы провести время с собой или с близкими, на природе, отдохнуть душой и телом. И для этого не нужен даже монастырь в Непале. Прекрасно подойдут какие-нибудь загородные отели недалеко от дома. И организовать это вам поможет сервис Кува. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях России. Комфортные хижины в лесу, глэмпинги, зеркальные купольные эко-дома, спа-отели, коттеджи и шале. Отели расположены по всей России, от Москвы, Питера и Сочи до Байкала, Алтая и Камчатки. Вы дарите любимому дорогому человеку сертификат, а он уже сам выбирает, в каком из отелей отдыхать. То есть вы точно не ошибетесь с подарком. К тому же сертификат действует 2 года, и получатель сам выбирает дату отдыха. Сертификаты есть на 2 персоны и на целую семью. И вот что восхитительно. Вас порадует не только сам подарок, но и то, как он оформлен. Сертификат приходит в подарочной упаковке ручной работы, и дизайн вы тоже можете выбирать сами при заказе. А для тех, кто далеко, есть электронные сертификаты. В общем, это беспроигрышный прекрасный сюрприз на любой праздник любому человеку, даже тому, кто отдыхает нечасто. Я надеюсь, у вас только что закончились мучения с выбором подарка на Новый год. Специально для моих подписчиков до 31 декабря 2022 года действует промокод «Домой22», который дает вам скидку в 1000 рублей. Его вы найдете в описании под этим роликом, там же есть ссылка на сайт Кува, где вы можете выбрать и заказать сертификат. Всем веселых праздников и классных подарков! Так, я положу тебе немножко каши, а потом ты решишь. Хорошо, давай мы сегодня покушаем кашу, потому что я сварила ее много, и нехорошо, если она будет стоять. Мой путь в буддизм – это путь через кухню. Я не очень люблю готовить, но я люблю кормить людей. И, наверное, поэтому мне доверяют кормление наших учителей. То есть не каждый человек может готовить учителям, потому что пища должна быть очень здоровая, очень питательная, очень чистая, и там не должно быть плохих мыслей. У меня мама очень хлебосольная, и когда я готовлю, я всегда рядом со своей мамой, потому что этому я училась у нее. В 2001 году, когда я встретила Далай-ламу, я вообще не знала, кто такой Далай-лама.
У меня очень сильный ум. Я родилась и выросла в советское время, да, в Советском Союзе. Я не знала ничего о тибетском буддизме. Я вообще не представляла, кто такой Далай-лама. Я работала тогда в издательском доме «Петит». В нашем журнале я просто прочитала о том, что какие-то монахи строят какую-то песчаную мандалу Будды любви и сострадания Авалокитешвары в центре Риги на площади. Я пришла туда посмотреть в обеденный перерыв, а там висела вывеска о том, что у них сегодня концерты, поэтому они закрылись раньше, и было приглашение на концерт. Я так захотела пойти на этот концерт, я забрала дочку из садика, поняла, что у меня не хватает денег, у меня нет денег. Я взяла свой новый костюм, продала костюм для того, чтобы пойти на этот концерт. И с дочкой вечером мы пошли на концерт, и там были ритуальные танцы монахов, они называются на тибетском языке чам. И первый танец был танец смерти. Монахи были в очень красивых костюмах, они двигались как ящерицы такие. И я ушла в какую-то глубокую медитацию. Я доченьке своей сказала: ты, пожалуйста, не бойся, я буду закрывать глаза, ты смотри концерт, а я буду закрывать глаза. Это была моя первая встреча с тибетским буддизмом. Я пришла к организаторам, и я им говорю: дайте мне, пожалуйста, работу, я хочу помогать. Она вот такая сидит, и она смотрит на меня и говорит: вы повар? Я говорю: нет, я не повар, но готовить умею. Анна сказала: нам некому их кормить. Я сказала: а что они едят? Так я попала на кухню к монахам, я готовила на 12 человек. И после этого они пригласили меня на освящение мандалы Далай-ламы. Когда я пришла в ожидании Далай-ламы, через минут 15-20 после того, когда я пришла, я вдруг начала плакать. И я никак не понимала, почему я плачу, и я не знала, как остановиться. После этого ритуала мне нужно было готовить обед монахам, и я выхожу, и у меня абсолютное ощущение дня рождения. Какая-то мысль приходит: у меня день рождения, я увидела Далай-ламу. И я в тот момент руководитель подразделения в издательском доме. Подо мной у меня было 25 человек в моем подразделении, которые принимали рекламу. Куда-то мой логический ум, он растворился. И я вот так с портретом Далай-ламы на животе последовала на лекцию Далай-ламы. В тот момент я не знала вообще, кто такой Далай-лама. У меня не было идеи, никаких знаний о том, кто это такой. Я шла с абсолютно чистым умом, просто и с открытым сердцем, да, потому что я поняла, что это для меня очень важно, у меня сегодня день рождения. Сказала однозначно, что это религия. Я бы сказала, что это слияние религии, философии и науки. Буддийская наука, я бы сказала, это учение о законах. И это законы не просто каких-то материальных объектов, каких-то движений и так далее. Это законы жизни Вселенной. Это законы существования Вселенной. Это законы правильного движения в этой жизни или неправильного движения этой жизни. То есть это, в общем-то, изучение законов. Сейчас мы видим три главные статуи в монастыре. Они золотого цвета. Почему вообще буддийские статуи, они иногда бывают очень большие и покрыты золотом, и, может быть, это может вызывать какие-то
какие-то ассоциации, может быть, не очень правильные. Просто здесь нету возвеличения эго, человек не хочет возвеличить себя, а он понимает драгоценность учения, и поэтому не одеваются золотые серьги и золотые цепочки, а, допустим, золотом покрывается статуя, да? Будда не бог. Будда – это человек, который огромное количество жизней рождался на земле в разных телах. Он приходил сюда и жил как бодхисаттва. Бодхисаттва – это тот человек, который хочет достичь собственного просветления во благо всех живых существ. Это реальный человек, который достиг просветления. И в результате того, что он достиг просветления, он больше не будет рождаться на нашей земле. Но придут другие Будды. Они должны принять решение, что они хотят стать монахиней, и тогда они принимают такое послушничество. Они берут 5 основных обетов. Это не убей, не лги, не укради, не употребляй спиртные напитки и отказ от секса. Тогда они уходят в монастырь, они начинают жить в монастыре. И это идет как подготовка. И если после этих 2 лет человек решает, что он действительно хочет продолжить жизнь в монастыре и продолжить свои монашеские обязанности, и тогда он продолжает в этом духе. Но это с точки зрения восточного практикующего. С точки зрения моего личного опыта, когда я увидела тибетских монахов, я не знала, кто такие тибетские монахи, и вообще была абсолютно далека. И когда я увидела своего учителя первый раз, ну, Паримпачи, я смотрела на него, а он сидел на троне, он был как солнышко. И я думала, да, он такой, как солнце. Я хочу быть таким, как он. И когда меня тогда спросили, завтра на Паримпаче будет давать прибежище, а ты будешь принимать прибежище? Я тогда не знала, что такое прибежище. Но я мгновенно сказала «да». И на следующее утро я пришла, и я получила тибетское имя от него, и мы приняли прибежище. То есть, ничего не понимая, я стала буддисткой. Вот это печатное. А так мы пишем в тетрадке. Так мы сами пишем. Вот это большая буква «Г», это маленькая буква «Г». Да, да, это все буква «Г». Да, «Г». На букву «Г» – гусь. Гусь. Вот это гусь. Это наш йогин Друван Кримпачи. Он вспомнил очень много своих предыдущих воплощений. Учителя говорят, что это реализация. И поэтому, когда он ушел из этой жизни, он ушел примерно 86 лет, вот все стали ждать, когда же придет Тулку. То есть это перерождение этого учителя, которого он уже может эманировать сюда, вот в эту жизнь. Да? Повар и его жена, они оба экс-монахи. Они сняли монашеские обеты здесь и образовали семью. У них родился сын. Мой учитель, ну, Паримпачи, он пришел навестить их, когда ему был годик. И этот малюсенький мальчишка, первое, что сделал, он принес подушку для того, чтобы Римпачи сел. А после этого куда-то ушел и пришел и принес ему то ли фрукты, то ли какие-то печенья, что-то такое угостить. И уже тогда Паримпачи сказал им, что возможно, что это Друван Кримпачи. Его повезли к Далай-ламе, и он тоже опознал в нем Друван Кримпачи. Он благословил, сказал, что это перерожденец. Тема реинкарнации – очень интересная тема и очень важная тема. И если посмотреть в историю, раньше в православии тоже было учение о реинкарнации. Но на 14-м соборе решили, что учение о реинкарнации, оно мешает человеку. Что человеку лучше быть и легче быть хорошим, если он знает, значит, что это его одна жизнь, и если он будет бояться смерти. И тогда это учение отменили, оно исчезло из православия. Но во всех восточных учениях реинкарнация есть, да? И с точки зрения физики это очень объяснимо. То есть мы живем в этом теле, это тело
оно там, допустим, разрушается, чувствует себя хорошо, иногда болеет, мы живем, мы поддерживаем, и жизнь, она есть в нашем теле, да. И вдруг во время смерти что-то происходит, и тело остается как кусок какой-то вещи, да, как нематериальный объект. А куда девается жизнь? Куда девается та энергия, которая заставляла это тело двигаться, которая заставляла его работать там, которая перемещала его в пространстве и так далее? Вот получается, что с точки зрения физики эта энергия, она не может исчезнуть. И мне как физику это очень понятно, это очень логично. Я живу в монастыре. Ему сейчас 11 лет, он живет в нашем монастыре. И я его учу математике и русскому языку. И когда нет волонтеров, учителей английского языка, я помогаю ему немножко с английским языком. Он раньше смотрел китайские мультфильмы, и это ему нравилось, но так как ему это не разрешается, иногда он смотрит о животных, иногда. То есть, но это, я понимаю, что бывает очень мало и очень отрывочно. Когда я потом спрашивала у учителей, в чем была разница вот этих непальских мальчиков и вот его, они сказали, что он очень легко начал медитировать, что это было как будто уже привычное. У нас в монастыре маленькие мальчики имеют больше свободного времени, потому что у них мало уроков. У них меньше уроков, поэтому у них есть время на медитацию, и им сделали отдельный урок медитации, они могут медитировать. Но, в принципе, когда малыши здесь появляются, главный акцент всегда делается на обучение, на учение, да, потому что самое главное – это привести в порядок свои мысли и вот, свою жизнь в соответствии с учениями Будды. И считается, что медитация может быть успешной только тогда, когда человек понимает законы, когда он знает основы философии и когда он знает, для чего он практикует. Потому что многие западные практикующие, они, для них медитация – это что-то такое экзотическое, им хочется медитировать, а для чего они это делают, иногда они не понимают. Каждый из нас хочет быть счастливым. Что такое счастье? Счастье – это спокойный ум, это отсутствие негативных эмоций, это отсутствие раздражений, это отсутствие стресса, это спокойный ум, ум в балансе, тело в балансе. Тогда человек себя чувствует хорошо. Для того, чтобы этого достичь, существуют простые буддистские практики, которые доступны и буддистам, и небуддистам, для которых не нужна какая-то символика, какая-то атрибутика, и для которых нужно лишь только ваше тело и ваше сознание в вашем теле. Значит, вы сели удобно, расслабленно, с прямой спиной, немножко наклоненный подбородок, и мы начинаем саму медитацию. Мы, вдыхая, начинаем чувствовать движение воздуха, как он проходит через наши ноздри, опускается вниз, у кого-то до легких, кто-то может спуститься немножко ниже, без никаких задержек дыхания, без никакого напряжения. Даем уму работу. Он следит, как воздух входит в ноздри, опускается вниз, и после этого, как он проходит обратно, и мы выдыхаем. То есть мы вдыхаем, и выдыхаем. И это раз. Ум считает раз. Следующее дыхание. И это два. Следующее дыхание. И это три. Мы это делаем до тех пор, пока в голове у нас не появляются какие-то другие мысли. И так вы начинаете приучать свой ум как бы быть внутри вас.
не быть очень сильно, не цепляться за внешние объекты. Вы концентрированы, и вы нарабатываете вот эту свою внимательность и спокойствие ума. Отсутствие стресса, отсутствие негативных эмоций. Если хотите посмотреть, как живут в самом древнем буддийском монастыре в Непале, помедитировать в пещере, где жил сам основатель тибетского буддизма Гуру Ринпоче, и окунуться в культуру древнего Тибета, которая до сих пор сохранилась в повседневной жизни, поехали с нами в приключенческое путешествие «Хочу домой» в королевство Мустанг. А еще этой зимой и весной мы отправляем группы за приключениями в Египет, Боливию, Индию, Эфиопию и Иран. Еще не решили, как встречать Новый год? Погнали с нами в Египет открывать шампанское прямо у подножия Великих пирамид и устраивать вечеринку на крыше с лучшим видом на них. А потом отправимся в восхитительный круиз по Нилу на традиционном паруснике, как это делали фараоны. Вы отдохнете и в пустыне, и в оазисе, и побродите по злачным местам Каира. В общем, такой Новый год вы запомните на всю жизнь, я обещаю. Еще осталось несколько мест. Прочитать подробности и оставить заявку можно по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. А еще мы собрали все лучшие опыты «Хочу домой» в Индии в одно путешествие, чтобы вы узнали страну с разных сторон, но у вас не случилось несварения. Путешествия на рикшах, ночевки в древних дворцах, трущобы, ночь в поезде, потусторонний Варанаси с его кострами, миллион взрывающих мозг впечатлений из другой реальности, но все это с комфортом и безопасностью. А еще будет приключение в Боливии, самой неиспанской стране Южной Америки, где отлично сохранилась культура коренных народов и невероятная природа, будто с других планет. У вас будет вечеринка в шахте, бои в платьях, ламы и розовые фламинго, листья коки и древние ритуалы. А кроме этого, вы можете поехать с нами в Иран или Эфиопию или следить за нашими новыми направлениями. Все наши путешествия – это возможность исследовать необычные страны, так как я это делаю в своих роликах, быть не просто наблюдателем, а прямым участником событий, погружаться в жизнь людей и пробовать ее на собственной шкуре. Но все это безопасно и комфортно. Смотрите подробности и оставляйте заявки по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Они когда зимой вечерей. Когда я встретила твоего коренного учителя, которому меня позвали готовить еду, увидев его качество, поняла, что я хочу следовать за ним, и что я бы хотела, чтобы это был мой учитель, я хочу стать таким, как он. Через 3 месяца приезжал глава нашей линии Чицанг Ринпоче, вот, и мне сказали, что спросили, не смогу ли я ему готовить еду. И я сказала, что да, конечно, раз нужно, я буду готовить им еду. Я их благополучно откормила всю эту неделю, у нас был последний обед. И мы были в ресторане, сидели на обеде, я сидела рядом с ним через переводчика, и он меня спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а вы приедете на открытие большой лотосовой ступы в Лумбини?» Я решила ехать в Непал. И когда я подумала, мне же нужна веская причина, для чего я трачу какие-то большие деньги, еду туда, где я никогда не была, я решила, что я хочу держать 5 обетов. 5-й обет, касающийся секса, у меня вызвал затруднение. Я думала, интересно, а что же я хочу? Миряне принимают «не прелюбодействуй», да? А монахи принимают «отказ от секса». Но я же не собираюсь становиться монахиней. У меня на тот момент дочке было 9 лет. У меня 2 брака и 2 детей, сын и дочка. Да? И я решила, что я могу остановиться на этом опыте семейной жизни. И, в принципе, я могу принять последний обет, отказ от секса, поскольку я больше уже, наверное, не собираюсь заводить семью, хватит. Я начала искать в магазинах в Риге красную бордовую ткань. Но хлопчатобумажной бордовой ткани в Риге практически не найти. Я нашла эстонский магазин скатертей. И там была такая льняная скатерть бордового цвета, на ней такие были вырезаны листочки, такие листочки. И я решила, я куплю. Я купила эту скатерть, значит, подшила ее и взяла ее как накидку с собой.
И накопив полную сумму, я вот в феврале уехала в Непал. В этот момент я совершенно не собиралась становиться монахиней. Был огромный праздник, 4000 человек было на этом празднике. Открывается дверь в большую лотосовую стопу, в храм этот чудесный. И я подхожу к двери, и я смотрю на его святейшество. А его же святейшество Чицан Кримпаче сидит напротив двери. И у меня нет разрешения, могу я туда входить или нет. И я вот остановилась так и смотрю внимательно ему в глаза. Я смотрю, и вдруг он меня увидел, он меня узнал. И он мне показывает, проходите. Я понимаю, мне туда можно. И вот мы приходим, садимся, и потом начинается ритуал на тибетском языке. И все постепенно по 3 человека подходят к его святейшеству. В руках у них бордовая, они что-то за ним повторяют, он с каждым вот так вот немножко говорит, что-то делает, и они возвращаются на место. Приходит наша очередь. Мы, значит, вдвоем с этими непальскими девочками, мы подходим к нему. Ринпоче просит что-то за ним повторять, мы за ним повторяем. И он спрашивает у каждого имя. Он меня спрашивает, как ваше имя? Я говорю, мое имя Кончок Дечен. Это мое дармовое имя, это то, что я получила во время прибежища. Он говорит, хорошее имя, не будем менять, оставим. Значит, потом мы что-то за ним повторяем, потом что-то он делает, мы садимся на место. 7 часов заканчивается церемония, и я смотрю вокруг. И я вижу, что все мальчики и девочки, с которыми я там была, они поверху одевают монашескую одежду. И я с таким удивлением, я думаю, что мне теперь тоже можно носить монашескую одежду? Я была в неведении. Так как у меня ничего не было, я опять одеваю свою бархатную длинную юбку, значит, заворачиваюсь в свою скатерть, которую его святейшество благословил, значит, и подхожу к Кимпо. И он мне говорит, что, значит, сейчас вам нельзя носить длинные волосы, значит, сейчас вам надо стараться отказаться от неблагого и делать благое, сейчас вам нужно изучать учение Будды и начинать практиковать. И он сказал, что вы приняли монашеские обеты. Я была в шоке, я не собиралась становиться монахиней, я не знала, чем мы там занимались. И когда я выхожу с этой церемонии наружу, я ощущаю над собой зонтик. И у меня было такое чувство, что я там обрела какой-то невидимый зонтик, защиту, которая доходит прямо до самого пола. И я так думаю, у меня такое чувство, что я получила там защиту. И я думаю, теперь вот какие-то негативные влияния на меня теперь не достигнут, я под защитой. И когда я вернулась домой, моя маленькая доченька, она очень любила спать со мной, и она вот три недели мы не виделись, и она соскучилась, и она так вот залезает ко мне под мышку, сворачивается калачиком, и вдруг говорит такую фразу, от которой я чуть не свалилась с дивана. И она мне говорит, мамочка, ты знаешь, а мне кажется, что ты мой зонтик. Цветы, хотя они все время демонстрируют непостоянство, потому что немножко им не хватает ухода или наоборот слишком сильный уход, и они уже начинают быть некрасивыми. Но зато такая радость, когда им хорошо, то есть им хорошо, они цветут, они зеленеют. Я утром встаю, и очередная роза какая-нибудь, очередной цветок, и просто очень радостно, они дарят радость.
моя деятельность, она проходит все этапы, да. Я должна убирать, вот, допустим, этот храм и какие-то другие помещения. Периодически я могу готовить еду для учителей. Я вот занимаюсь цветами, развожу здесь садик, допустим, да, и вот езжу там, покупаю цветы и стараюсь за ними ухаживать и так далее. 1.5 года я была куньером вот в большом храме. Вот этот храм Авалокитишвара, он маленький, а наш большой храм, он где-то, наверное, 500 квадратных метров, он большой, огромный. И 1.5 года я одна там убирала, фактически мне никто никогда не помогал. В принципе, у меня распорядок свободный, никто мне не говорит, что делать. То есть я могу ехать в свободное время на Боду, я могу встречаться с людьми. И что самое приятное, я могу учиться, потому что мне надо учить тибетский язык. Мой тибетский язык не на уровне. Я могу заниматься тем, что я люблю. И тогда я могу позволить себе немножечко отдохнуть. Я думаю, что люди начинают практиковать буддизм по одной причине, когда они понимают, что природа этой жизни – это страдание. И когда они понимают, что у них очень много собственных внутренних проблем, и им тяжело с ними справиться, они понимают, что нужно идти вглубь себя и каким-то образом исправлять эти проблемы. И те, которые хотят избавиться от своих проблем и в будущем стать счастливее, или, может быть, стать более свободными, стать более понимающими эту жизнь, они начинают практиковать буддизм. Когда ты находишься в присутствии большого йогина, из него идет такая любовь и сострадание, он настолько, что ты чувствуешь себя рядом с ним маленьким ребенком. Вот, что он твоя мама, а ты его ребенок. И тогда очень часто люди остаются в буддизме. Они остаются в буддизме не из-за слов, не из-за каких-то достижений. Они обычно остаются тогда, когда они почувствовали эту любовь. Когда я начала идти по этому пути, в самом начале я вдруг начала кормить каких-то монахов. Моя мамочка очень испугалась, и она приехала остановить меня от этого. И так получилось, что мы потеряли с ней всяческие взаимоотношения. И мое эго не позволило понять, что я не права, что я дочка, и я должна каким-то образом попытаться объяснить маме, что вот я нашла что-то драгоценное в своей жизни, а не просто вставать в позу и доказывать, что я права, да, и что я нашла свой путь, который никому не понятен, потому что тибетский буддизм слишком далеко от христианства. И вот через год после этого приезжает мой учитель, он сидит на троне, я напротив него. И вдруг он говорит, он начинает свое учение, он говорит так: существует единственный человек в этой жизни, которому мы не можем отдать за его доброту. Этот человек дает нам еду, когда бы мы умерли от голода. И этот человек дает нам одежду, когда бы мы умерли от холода. Этот человек учит нас ходить, говорить, всему, что нам нужно в этой жизни. Без него мы бы не смогли выжить, да, мы бы умерли уже давно. Я сижу напротив, и у меня щеки бордового цвета, и я думаю, я самая плохая дочь на свете. Я поссорилась со своей мамой. Она столько дала мне, она мне дала образование, жизнь, образование, все, что я имею, и вдруг у нас никудышные взаимоотношения. И это было, мне было очень стыдно. А потом мой учитель сказал: но мы уже перерождаемся на земле уже столько раз, что мы уже все друг у друга были матерями, отцами и ближайшими родственниками, родителями. И поэтому, если вы встречаете любого человека и будете просто добры к нему, а ведь, может быть, это ваша мама в прошлой жизни, и вы уже в этой жизни сможете отплатить ей за ее доброту. И поэтому, когда я начала изучать философию буддизма, единственное, что я все эти года пыталась, это наладить отношения с мамой. И только уже после 18 лет монашества, наконец-то мне это удалось. Эго – это причина всех наших страданий. Если у человека нету эго, его невозможно обидеть. Если у человека нету эго, его невозможно разозлить. Если у человека нету эго, он полностью свободен. Он не привязан ни к чему,
он живет в соответствии с законами Вселенной, и он радуется просто своим каким-то приятным моментом и достаточно терпеливо относится к своим каким-то проблемам, да. И человек, с человеком быть рядом с человеком, у которого нет эго, очень легко, потому что обычно это люди, дающие люди. Это Авалокитешвара или Чинрезик, это Будда любви и сострадания. Это любимое божество всех тибетцев. И его мантру, наверное, знают все и буддисты, и не буддисты. Это известная мантра «Ом мани падме хум». Это основное божество, наверное, Авалокитешвара, потому что если не будет любви и сострадания, то ну, как можно жить на этой земле? В жизни так много трудностей. Один раз в результате своего великого сострадания к людям его голова, она вот просто раскололась на 11 голов. Вот. И у него появилось 1000 рук, потому что в каждую минуту он может помогать тысячам живых существ. Если вы увидите, вот вокруг это все его руки, и на каждой руке есть глаз, символизирующий его всеведение. И вот эманация тысячурукого Авалокитешвары на земле – это Далай-лама. И Далай-лама, он всегда говорит, что тысячурукий Авалокитешвара – это мой духовный босс. Вот. Так что у меня особая связь с Авалокитешварой и с Далай-ламой. И очень часто, когда мы делаем вот эту практику Друкчен Ом Мани Падме Хум, очень часто я плачу, и перед тем, как я встретила Далай-ламу, я тоже очень долго плакала, хотя я его никогда не видела еще до того, и вообще не знала, кто это такой. Авалокитешвара, он Будда любви и сострадания. А в нашем мире столько много страданий. Просто океан страданий. Уже, по-моему, совсем темно, да, здесь очень быстро темнеет, но зато становится очень красиво, горы оживают, там появляются огни, и здесь тогда идет спонтанная медитация в то время, когда ты сделал всю работу, и уже ты понимаешь, что день подходит к концу, и ты смотришь на эту красоту вокруг, и тогда ты понимаешь, что... Тогда ты понимаешь, что ты живешь, наверное, в красоте, да. И начинаешь ее ценить, потому что обычно к тому, к чему мы привыкаем в этой жизни, мы перестаем ценить. Если мы получаем очень много, то мы перестаем это ценить. Да? Для того, чтобы понять вкус пищи, нужно поголодать сначала.